Васьки есть? От Васьки. Пока от Васьки, да. А мы сегодня пораньше закончили и... Что-то качество связи, да? Столица северная, Йокомане. Как? Ты что будешь пить? Как? А? Ты что будешь пить? Морс. Я же за рулем. А у Юры Сушко она на этом... На грейпфруте. У меня, да, у меня на глазах тату. Саня? Да. Ты за рулем? Сам. Да. Ладно, все, я пошел. При этом молотисок, ты в кар. Вы мы все в квадратах. Что делать? Воронеж, привет, Сабана. О, приятного аппетита. Что у нас тут пришло? У нас пришел здесь тартар. Что, так оно и показывает? Зави, да, соединение потеряно. Приветик, семья Блонди. Привет, Байконур, Калининград. Качество плохое. Да, к сожалению, так. На Петроградке у нас всегда так. Когда к Ригерту? Я думаю, что он приезжает в Санкт-Петербург 12-го, так что мы увидимся. Романовой Татьяне привет. Фильм какой-нибудь посоветовать. Люси, посмотрите. Очень хороший фильм, мне нравится. Привет Вашингтону. Тартар? Да. Где это? Где мы отдыхаем? Пряности и радости. Петроградка. Как мы познакомились? Романтично. Давайте к вам в Таганрог. Возможно, Славка пригласит и поедем. Это часть. С женой. Потом будет у нас снят маленький фильм об этом. Будет ли десерт? Будет. Донецк, привет. Спасибо. Спасибо. Риги в Питер едет, но мы только что увидели это в Инстаграме, да? Да, есть тоже захотелось. А то дети? Пока нет детей, не, да? Не, не надо нам детей, мы не хотим детей. Да, пока в планах нету. Свои. Да, у нас у друзей есть дети. Привет из Новосибирска. Что заказали? Заказали стейк. Фильм «Форс-мажор» не смотрел. Заказали тартар из лосося. Заказали мясную тарелку. Морсики. Что еще? Оладьи из цукини. И еще лосось. Язычок. Я не рассчитываю, сколько калорий есть, я живу в удовольствии. Привет, Москве. Что отмечаем? Ничего не отмечаем. Пятницу мы отмечаем. Такой прожарки стейк, медиум. Шортики продаются. Не так быстро, как хотелось бы, но у меня очень много друзей и фанатов есть, и они продаются даже так сейчас с рук. Подключи другого оператора. Да дело не оператора, дело в Санкт-Петербурге, где во дворах и в тяжелых вот этих толстых зданиях ни хрена не работает интернет. Посоветую тату-мастера Татай, Кирилл Татай. В Татьи Ханикова будем? Пригласят, обязательно будем. Вы уже в новой квартире? Нет. Мы в новой квартире будем завтра. Обязательно наш оператор снимет весь переезд. И мы завтра, наверное, выйдем оттуда в перископ, если качество связи будет позволять. Привет, старшка. Жена у меня красивая. Да. Саня, привет. Из Нового Рингуя. Хейтеров с вас. Ну, они сами ходят там. Понравились каникулы тайские? Да, очень понравились. Ждем в Армении. Есть такой план. Летом мы точно поедем в Осетию в Северную. А в Армению, может быть, тоже друзей много. Привет из Перми. Оператор Настя? Нет, Настя будет нам в Москве снимать, когда поедем. А у нас оператор здесь мой. Почему я накрашен? Почему накрашен? А почему у тебя никто не спрашивает, почему ты накрашена? Не знаю. Мы классные. Самаре привет. Сколько плачу оператору? Ребята, у нас проект некоммерческий, а у меня друзей у меня достаточно много. И они на самом деле искренне, честно, во всем помогают. А я помогаю им, чем могу. Когда будем у Оксаны готовить? Когда Оксанка пригласит, потому что у них тоже достаточно жесткий график. А мы, соответственно, будем готовить уже очень скоро, потому что будет моя новая кухня. И мы там с любимой будем готовить и сами, и приглашать известных и неизвестных людей. Все, я голодная, я есть. Все, давай. У тебя есть понимание того, как хорошо меня пропиарили тайские каникулы? У меня даже есть понимание, как хорошо я пропиарил тайские каникулы, так что у нас было все вполне взаимовыгодно. Так, ну что, Юра, как тебе морс? Супер? Лучше, чем виски? В эфир мы обязательно пойдем вместе. Почем индивидуальное занятие? 2000 рублей. А твой идеальный завтрак на массу? Не знаю, я люблю овсянку, я люблю свежую малину и какую-нибудь пироженку. Почему картинка в пикселях? Потому что здание толстое. Интернет не проходит. Ну что, мальчики и девочки, у нас пришли друзья, с которыми мы не виделись целую неделю. Да, всем хорошей пятницы. Это вкусный стейк.
Это довольный мысюсёк, который поедает свое любимое мясо. Позже все расскажем, позже все покажем. Как овсянку готовлю, очень просто. Все потом расскажу. Все, всем спасибо за внимание. Всем хорошего вечера, хороших выходных. А завтра мы постараемся выйти в Перископ уже из нашей новой квартиры. Все, пока-пока-пока. Оба. Ну что, мы не тормозим? Нет, я завтра оставить. Я думаю, да.